миру готов? С автограф-сессии двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова начались мероприятия по торжественному открытию Академии хоккея, которая носит имя этого прославленного спортсмена. Уверен, что большое количество ребят захотят именно в этой школе получить свое, ну так скажем, хоккейное образование. Уверен, что состав и тренерский, и административный будет соответствовать высокому статусу, высокому имени руководителя этой школы. Академия расположена в Щербинке. Среди ее воспитанников почти 350 детей. Среди них более 150 ребят из Ленинского округа. Занимаются они совершенно бесплатно. Мы находимся на бывшей территории Ленинского района, Ленинского округа, да? Поэтому какой-то символизм можно найти, но тем не менее мы работаем над тем, чтобы все, без исключения занятий, они часть, как сейчас, проходили на территории Ленинского округа. Всего полчаса дома, и ребенок уже на льду, радуется мама хоккеиста, жительница округа Елена Лоскорунская. В первую очередь это близость от дома, территориальная доступность. Это очень важно сейчас в наше время, чтобы не тратить время на дорогу. Плюс очень грамотный, хороший подобранный тренерский состав и тренерский процесс, естественно. Доволен и сам юный спортсмен. В хоккее Никита уже больше 5 лет, сменил несколько школ, но Касатоновская академия как одна большая спортивная семья. Мне с детства родители предлагали футбол, борьбу, но я выбрала именно хоккей, потому что я однажды увидел этот спорт по телевизору, и меня притянула, конечно, к этому спорту красивая форма. В числе тренеров ученики Алексея Касатонова, а также профессионалы, которым он безоговорочно доверяет. Главная цель – сформировать команду всех возрастов, подготовить и воспитать спортсменов, мечтающих связать свое будущее с хоккеем. Чтобы они были здоровые, чтобы они были социально развиты, то есть они были в коллективе. Это, наверное, самое главное, чтобы, как раньше говорили, вытащить их от гаджетов, и чтобы они гармонично развивались, самое главное. Ну, конечно, во главу угла ставятся вопросы их мастерства, их роста как хоккеиста. Завершился спортивный праздник турниром имени Алексея Касатонова. На лед вышли 4 команды из разных муниципалитетов Московской области, в том числе видновчане. Несмотря на юный возраст, ребятам всего по 6-7 лет, сражались они как взрослые, с азартом и профессионально. Все, как учат в Академии Алексея Касатонова. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.